К другим темам. Чтобы ток бежал по проводам. Северные электрические сети готовятся к предстоящим холодам. Сегодня энергетики продемонстрировали окружной комиссии готовность используемого оборудования к осенне-зимнему периоду. Целое лето они ремонтировали и обследовали подстанции, проверяли линии передач и трансформаторы. Отмечу, плановые работы специалисты проводят каждый год во избежание аварий. Туда, где посторонним вход запрещен, проникли Ольга Полякова и Антон Берестянский. Химич. Так, понял вас, 13.37, аварийное отключение выключателя. Диспетчерский пульт – сердце всей энергосистемы. На белой панели схемы электрических сетей, география которых выходит далеко за пределы Нового Уренгоя. Работу каждой подстанции диспетчер контролирует прямо здесь, в режиме онлайн. Каждый год техническое богатство северных электрических сетей энергетики обследуют, ремонтируют и модернизируют. Основной, конечно, капитальные ремонты, основное оборудование электрических сетей, трансформаторы, линии, проверки различные, устройства релейной защиты, техобслуживания, текущие ремонты. В том числе идет у нас и реконструкция оборудования тоже в рамках повышения надежности. Энергетика идет вперед семимильными шагами. Еще несколько лет назад в случае поломки линию приходилось чинить под напряжением. Сегодня надежная схема электроснабжения позволяет делать ремонт, не подвергая опасности мастеров. Кроме того, использование современного оборудования обеспечивает бесперебойность напряжения. Микропроцессные устройства, которые мы применяем, они уже более чувствительные, позволяют, скажем так, повысить скорость реакции этих устройств и быстрее отключать короткие замыкания, и другие повреждения. Готовность предприятия к зиме оценивает специальная комиссия. На этой подстанции она проверяет техническое состояние так называемых выключателей. То есть, когда существует обычный трансформатор, разъединителем, мы, если будем делать разрыв, возникнет большая дуга, это очень опасно для людей, для оборудования. Поэтому делаются специальные выключатели, или газовое исполнение, или газ не горючий. И разрыв там идет безопасно для оборудования, для служащего персонала. Если сломается трансформатор, без света останется несколько районов города. Именно отсюда ток бежит по проводам, обеспечивая электричеством дома и целые предприятия. Ревизоры тщательно проверяют оборудование. У них, как и у врачей, нет права на ошибку. Конечно же, для того, чтобы объективно оценить степень готовности филиалов, в наших особенно непростых климатических условиях, это особо важно, чтобы, естественно, бесперебойное питание у нас осуществлялось и так далее. То есть это очень важная проверка, она охватывает все службы, все подразделения, филиалов. То есть никто не остается незамеченным, непроверенным. Завтра комиссия озвучит результаты плановой проверки. Если нарушений нет, предприятию выдадут специальный паспорт готовности. Впрочем, сами энергетики уверены, что успешно пройдут итоговый тест. К зиме они начали готовиться еще прошлой осенью. Ольга Полякова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».